картина прежде всего ассоциируется у меня с детством, когда я налито приезжала к родным, которые жили на хуторе. Это были незабываемые дни, в которые я испытывала невероятную близость к природе и максимальную отдаленность от суетливого города и цивилизации. Воздух там очень чистый, все вокруг благоухает и цветет. Именно таким запомнился мне хутор и остался со мной в моей памяти навсегда. Именно потому, что я люблю природу, пейзажный жанр является моим любимым жанром масляной живописи. Картина написана в стиле современного импрессионизма. Импрессионизм – это стиль живописи, в котором я могу максимально ярко раскрыться как художник. Мне очень близка эта манера письма. На мой стиль письма повлияли такие великие мастера, как Валентин Серов, Клод Моне, Эдуард Моне и Поль Сезанн. Картина имеет необычный колорит и контраст за счет голубых и синих оттенков цветов на огненно-красном фоне. Я изобразила цветы, потому что они являются символом красоты, юности и расцвета. Этой картиной я хотела показать, что важно уметь видеть прекрасное в простом и ценить каждое мгновение.